Помнишь, как Моргенс с Литвиным? Да-да-да, я говорю, ты готов поебал? Не, мне Вова такой, ты готов поебалу получить вообще? Я говорю, ну бей меня, бей! Давай, вот так я, короче, сидел. Спрятался, да. Короче, чё, блядь? Значит, мне сначала его зрители засрали, я им все ответил, короче. Вот там я сказал, что... Но я это не с той точки зрения обиды. Я просто говорил, что я этим вопросом, так скажем, пытался заняться, и всем похуй было. Ну что, 2 года назад у меня тоже галки отбирали, а сейчас уже я имел в виду, что всем уже похуй, ну конкретно мне, давным-давно. Потом мне Вова написал, тоже предложил, да, в этом поучаствовать. Я тоже ему самое сказал про 2 года, да. Ну там еще какие-то тейки, я уж так, в красках не буду описывать. Я говорю, мне бро не интересно, но я ему причем так по-братски написал, я уже это несколько раз сказал, что типа, если у тебя какие-то проблемы, я, естественно, тебя всегда готов поддержать. Ну поняли, типа так. Короче, достаточно мило все ему объяснил. Ну и, короче, как с моей стороны это было? Я вижу запись стрима, и он сидит, короче, ну вот, описывает, так скажем, кое-кого, какого-то человека с позиции, поняли, вот, ну, с моей позиции, короче. Про то, что, ну вот, 2 года назад он там что-то писал, пук-пук, срень, короче. Ну, это же в любом случае, вся движуха, там оскорблений ни у кого не было, то есть, мы же понимаем, в какой... Ну, это же просто срачи обычные. Ну, короче, вы поняли, я ему написал по-братски, короче. И тут я вижу, что он сидит и, короче, а мне он ответил, бро, типа, никаких проблем, все, я твою позицию понял, никаких проблем, все, ну, хорошо. И хуярит, короче, включает стрим, получается, да, и сидит. Ну, там есть кое-какие люди, которые 2 года назад у них галки отобрали, всем похуй, что ты там писал 2 года назад, пукс ринг. Я такой, ебать, у меня жопа просто как ядерный гриб. Естественно, я сделал вывод, короче, что человека просто, ну, отказы не принимает, блядь, меня хуярит, хотя мне он написал, поняли, типа. Вот. Короче, естественно, я с этой хуйни сгорел и вот выдал, короче, так скажем, да, перлы свои. Но мы вот пообщались, да, он подтвердил, что это не про него. Короче, смотрите, какая ошибка. Ну, с моей стороны, как обычно, агрессивно, блядь, отреагировал, да. Хотя... Если бы он реально про меня говорил, если бы, я бы, наверное, так бы и отреагировал, наверное, то есть, как бы, вот. Но с его стороны, короче, он говорил о другом человеке, и тут есть момент, короче, правильный, что он еще и даты перепутал. Суть не в этом, там, типа, да, что, типа, вот он там, короче, блядь, ладно, давайте еще раз. Он высказывал мнение о другом человеке, но здесь тоже момент, да, казалось бы, типа... Высказывает мнение о другом человеке, описывая его, ситуация, под которую полностью я подхожу, да? Тут смотрите, какой момент, типа, это какое-то либо, ну, лицемерие, что ли, да? Что, типа, если даже он мне не предъявляет, почему он то же самое, что относится ко мне, предъявляет другому человеку, да? Во-первых. Во-вторых, ну, короче, либо какое-то лицемерие, либо ложь, что, ну, что этот человек я. Ну, короче, на самом деле все просто. Он... так скажем, пересказывал диалог с этим человеком, поняли? Я знаю, кто этот человек, я знаю, что за диалог. То есть он не то, что там кому-то в личку написал, что типа, да, бро, я понимаю твою позицию, включил стрим, его хуярит. Он с ним, он, короче, на стриме пересказывал все, о чем они разговаривали в этом диалоге. То есть он не за спиной эту хуйню все делал, а просто пересказывал, так скажем, диалог. То, что и говорил этому человеку в лицо. По факту все, тут лицемерие вопрос закрыт на все 100%. Но... вот проблема, я считаю, ну и он тоже это признал момент, что обобщал. Понимаете, то есть, короче, говорил про конкретного человека, да, и диалог с ним, но обобщил. И из-за обобщения он еще сказал, что не только ты попал под это обобщение по факту, да, что если так смотреть, что еще под нескольких людей, короче, подходит такая история. Ну, короче, я просто со своей стороны, я подумал, что, блядь, ну, у меня даже мысли не было, что это про кого-то другого, потому что вот я сказал... ему в личку, и еще я сказал это публично, почему я, типа, пост написал, потому что, когда он говорил про вот эти 2 года, ну, короче, описывая того человека, это же вся информация с моих уст была у меня в телеграм-канале, то есть в открытом доступе, то есть по факту он как будто бы меня осуждает, да, ну, за те вещи, которые я публично делал, поняли, типа, в этом история. Вот, ну, короче, просто, да, типа, недопонимание, я полностью с вами согласен, вот кто писал. Вот единственная правильная мысль, где писали люди, это просто недопонимание, короче. Я недопонял, да, с моей стороны, наверное, надо было все-таки ему написать, хотя
Да, я подумал, что писать смысла нет, потому что, ну вот, про меня говорят то, что я говорил вот только что у себя в Телеграм-канале. А с его стороны не надо было обобщать, короче, когда говорил он о конкретном человеке. Ну, вот такая история, короче. Если очень вкратце. Да все четенько, все нормально, порешали, блядь. Ну, конечно, придурков мне набежало, я аж так, типа, я там сказал, да, что у него аудитория, не аудитория. Наверное, да, не очень лучшие слова с моей стороны, потому что, ну, знаете, типа... Моя аудитория то же самое прилетает, абсолютно то же самое, что типа, какие они злые, какие плохие, короче, я это дефал, а тут сказал. Ну просто, блядь, когда я, ну немножко в защиту скажу, да, тут уж просто воспринимать информацию не как деф, а просто как факт, что когда я свои посты выкатил в телегу, Вове никто, ну практически никто не написал ничего плохого, короче, я вам серьезно говорю. Вообще никто. Я смотрел лично комментарии, короче, у него, когда он написал... Там еще, короче, комичная ситуация была. Короче, я выкатил свои посты, и Вова пишет, короче, через часа два у себя в телеге, что типа, бля, проснулся, читаю про себя посты, одна поддержка, спасибо. Ему, короче, все отвечали, вот видно, с моей аудиторией, там, с аватарками, писали, что... Ну да, да, особенно ДК, типа, тебя охуенно поддержал, братан, типа... Вот такая хуйня. Но, говорю, конечно, оскорбления были, я уверен, потому что, ну, всегда придурки есть, но в таком большом количестве, блядь, ну, я вам заверяю, их не было. Вот я лично читал комменты, я угорал, короче, что писали. Да-да-да, особенно ДК, посмотри, как тебя поддержал, типа, вот эта хуйня. Вот, короче. Да. Короче, вот такая история, блядь. Все, это я просто вам вообще вкратце рассказал. Можно это еще обсасывать с деталями и так далее. Но просто вот моя позиция была такая, что я такой, ебать, бро, я тебе в личку. Ну вот, ща. Давай. Моя позиция была такая, что я такой, ебать, я тебе в личку написал. Бро, я тебя всегда готов поддержать, типа вся хуйня. Ну, не обижайся, просто не моя тема. Он такой, да, я тебя понял, включай стрим. Ну, знаешь, ты там, кое-какой тип, короче, 2 года назад. Я, естественно, я на себя полностью это... У меня даже, вот мы с Вовой сегодня разговаривали. Я говорю, бро, ну ты же понимаешь, что у меня даже мысли не было о том, что это не еще про кого-то, короче. Блять, это полностью описывает мою ситуацию. Ну, короче, вот, но... Тут я говорю, лицемерие, вот еще раз, да, там тоже люди, которые доперли, о чем я говорил, да. А, блядь, еще вчера к нему на стрим залетал, ебать, у меня очко сгорело, тоже момент был. Вот, но я там ничего не выписывал жесткого, я имею в виду, что... Мне Вова написал, короче, говорит, я тебе все опруфую, короче, что это не про тебя, я думаю, нихуя. Ну, наверное, да. Короче, захожу к нему на стрим, все, типа, ну, вот так, разболтались чуть-чуть, я через чат. Я думаю, сейчас к Дискорд к нему, короче, залечу. Вот. И он мне такой, давай я тебе скину, типа, ну, вот про кого я говорил. Я думаю, давай, ну, что-то там, я не знаю, ну, вот, ну, я ж на переписке особо лично не рассчитывал, но я просто не знаю, чего мне такого пока, что я такой, бля, ну да. И клянусь, он мне скинул, ну, Вова затупил, ну, честно, блядь. И он мне просто скидывает фотографию. Просто фотографию человека, вот просто, типа, бро, я не про тебя, а про кого? Вот фотография. Блядь, я такой, у меня очко просто в этот момент... Нахуй, как ядерный гриб. Я такой, что мне с этой фотографией сделать? Гадать на ней? Типа, он не он, блядь, или что? Ну, я понял, короче, что в Дискорд не пойду, потому что я пиздец, у меня так нервы накалены были, я отвечаю, я прям, ну, что-то разозлился немножко в этот момент. Я понял, что я такую хуйни наговорю, короче, наобзываюсь, лучше не надо, короче, лучше подождать. Вот, сегодня созвонились. Ну, короче, ладно, все. Я говорю, самое важное, ну, типа, я... А, да, продолжу тему про то, что люди, которые поняли, о чем я говорил, да, и то, что, ну, странная хуйня, что он действительно говорит о вещах, которые полностью подходят под меня, даже если, да, даже если он говорил не про меня, но эти вещи тоже ко мне относятся, короче, ну, вы поняли, короче, и какой-то лицемерие с этой стороны он не предъявлял, он просто пересказывал диалог с тем человеком, то есть он ему это в лицо говорил, короче. Вот, то есть, тут, ну, вопрос лицемерия полностью закрыт. Все, короче, вот такая история, блядь, поняли? Хуйня конфликт. Да какой нахуй конфликт? Ребят, вот эта хуйня, вот эти ваши, блядь, ну, конфликты, вот, блядь, все срутся и срутся, недопонимания какие-то срутся, но, блядь, конфликт, блядь, вы же сами знаете, как я конфликтом отношусь и как, ну, жестко к ним подхожу, ну, не знаю, блядь.
И вот тоже агрессивно. Вот это давайте, короче, закончим раз навсегда, блядь, по поводу... Ну, типа, блядь, как правильно сказать? Вот эти шаблоны агрессии, это, знаете, какой-то мем превратилось, блядь. В мем превратилось, что вот как то... Бля, да я Милку Мейкера отвечал, когда, помните, на стриме, где я специально клоуничал, вот так. Сел... Да, ребята, я вот считаю, вот с такой интонацией все написали агрессивно. Да пошли вы нахуй, это вашу мать ебал. Вы не знаете, что такое агрессия с моей стороны, по всей видимости, блин. Я веду себя так, как я такой, какой я есть. Чем быстрее вы поймете, тем лучше для нас обоих. Все, базар окончен, блин. Как мне еще вам объяснять? Хватит на меня эту хуйню вешать. Вот такой я челик, блин. Я говорю, если я сижу, ну просто вот, смотрите, даже я сейчас разговариваю, я всегда громко разговариваю, блядь. Да... Если у вас семья зашуганные мышки, где за столом шепотом разговаривать, это не значит, что я как-то, который на децибелов 10 погромче разговаривает, значит, я какой-то агрессивный, блядь. Боже мой, блядь, заебали. Да что ж у меня с микрофоном? Что-то микрофон говно, блядь. Ну, короче, это хуйня собачья, блядь, реально, вот эту хуйню. Я считаю, ну да, просто те вещи, которые я говорил, я просто сделал вывод, исходя из того, что я увидел, да, из того, что я подумал. Что это, типа, про меня, и, типа, блядь, думаю, нихуя себе, чел вообще отказов не может принимать. Даже таких, которые, братских, которые я ему написал, типа, наверное, просто, ну, дело не в том, что он хочет какую-то проблему решить, а дело в его величии, правильно же? Ну, вот такие я выводы и сделал. Но на личности я не переходил жестко, что-то, ну, какие-то вещи не говорил, поэтому... Не знаю, что агрессивно. Там говорили, да, на личности ты перешел, когда сказал, что Вова хуесос. Это сравнение было, я не говорю, что он хуесос. Предложение звучало так. В сравнении я подавал, что... Знаете, Вова хуесос, не, нормальный парень не сосал хуй. Ну, типа, я противоречие подмечал, а не говорил, что он хуесос. Хуесос — это ваши матери, короче. Ладно, все началось. Пост КПСС. Я не чекал вообще. Такая хуйня. Бойся, блядь. Ну, реально, бойся, нахуй. Плачь, бойся. Правильная история. Это такая... Поправь цепочку. Поправил. Чекни там угар. Ща. Все, срач закончился, ребята. Все. Че-че-че? Меня, кстати, тоже лишили галочки ВКонтакте. Не буду врать, это было гипер обидно. Статус очень важен для меня. Скажем, мои одноклассники видели, что у меня галочка «Было уважение». Писали: «Слава, ты чё поднялся в Москве со своей галочкой? Выдали не бойся с каким-то Мазелычем, не бойся с каким-то Мазелычем знаком». Теперь хз, на гендер-пати приглашений давно не было. Бля, грустно теперь. Всегда хотелось хоть чем-то отличаться от плебсов. Бля, мои смайлики, он мои смайлики юзает, блять, мои стикеры. В моей юности в ВК был ТН, что такое ТН рейтинг, и я работал на грибках, что летняя кафешка, а убирал там мусор за алкашами. Бля, вот эти стикеры, эмодзи, смотрите, у него как 40-летнюю пишет. Хоть чуть-чуть поднять тебе рейтинг, сильно не выходил. А потом была галочка. И всегда, когда в жизни что-то шло не очень, я знал, что приду домой, зайду ВКонтакте, там будет она, моя синявка. Но сейчас меня этого лишили. Жестоко, несправедливо, без каких-то ясных на то причин. После участия на ВК-фесте у меня остались в друзьях один из директоров. Я стучался ему в личку, молил об ответе, но не получил ничего. Прилагаю скрины. Сейчас я уже привык жить без этой синей птички. Но если я заполняю анкеты, есть необходимость поставить галочки. Рука всегда предательски дрожит. Берегите свою галочку, умоляю. Делайте необходимое количество постов и репостов и сторис, иначе вас может постигнуть моя участь. А меня вполне устраивает статус артиста ВКонтакте. Бля, грустно. Давайте вот не Братишкина поддержать, а Славу, блядь. Вот это я понимаю грустная история, блядь. Предай, моя рука, где надо поставить галочку, моя рука предательски дрожит, блядь. Да, охуенно, блядь. ТН, так называемый. Все, я просто, ну, тупенький, не шарю. Бля, охуенно, блядь.
Даня, кстати, девочка, сообщение, которое ты переслал в свой телеграм, рассказала в ТТ про ситуацию. Да пускай расскажет, как она сиротой растет. Мне вообще похуй, блядь. Мне вообще поебать, блядь. Вот элементарно, нахуй. Вот почему я вчера очень много людей банил? В том, что никто не слышал, что я говорю, блядь. Логику моих действий и так далее. Просто хуярили, какие-то выводы уродские, блядь. Неадекватные выводы какие-то, блядь. Ну, ебантяйство какое-то несли, блядь. Вот такие пасты про разочарование. Разочарование во мне, блядь. То есть, говорю, с моей ситуации, если смотреть, я такой нихуя, но я недопонял. Вова обобщил слишком сильно, да, так скажем. Высказывая претензии одному человеку, затронув меня. Я недопонял, потому что подумал, что это полностью про меня. Я разочаровалась в Дане Кашине. Знаете, всегда думала, что он нормальный, а теперь... Ебанутые. Я говорю, с такой аудиторией сложно работать, поэтому похуй. Так это лично твоя проблема. Ну, пошел нахуй, придурок ебаный, блядь. Слушайте, я говорю еще раз. Ну, типа, кое-какой чел рыжий стримит. Он придурок ебаный. Я пишу, какого хуя ты... Ну, блядь, это про другого. А это оказалось реально про другого. Короче, личные ваши проблемы, это то, что вы ебланы конченые. Вот реально, ну вот не можете, подумать что-то, блядь, как-то логически, как нос. Полегче, кстати, полегче. Логически как-то, блядь, мыслить хуй знает, короче. Поэтому для вас по факту жизнь это состоит из того, чтобы напасть на кого-то и грызть, ебать, блядь. Даже за какую-то хуйню вообще, блядь. Бля, кринж ебаный. Я говорю, сидите нахуй без моих комментариев, плачьте, блядь. Вот это ваша проблема, ребят. Вот это сугубо ваша проблема, что вы сейчас сидите и сосете бибосик. Сейчас смотреть будем, а что там?